Евгений. Евгений Онегин. Кузен. Давно вернулся? Неделю, может, две. А где ты был? В разъездах. Позволь, 6 лет? Уже ли мир столь интересен? Порой, да. Поздравляю тебя с женитьбой. С опозданием на 3 года. Прости, мне следовало написать. Следовало, но я тебя прощаю. Знаешь ту даму? Какую? Статную. Красную. Я тебя представлю. Кто она? Идем. С радостью, мадам, конечно. А, генерал, простите, я вынужден вас прервать. Благодарю вас. Всего хорошего. Позволь представить моего кузена Евгения Онегина. Месье Онегин. Мадемуазель Ларина. А ведь мы знакомы. Неужели? Да, кузен. Я видел мадемуазель, но не был уверен, что это она. И что? Я ли это? Да. Вы удивлены? Нет. Но поверьте... Ты все же удивишься, Евгений. Она моя супруга. Поздравления вам обоим. Благодарю тебя. В честь давнего знакомства, княгиня, подарите мне следующий танец. Благодарю вас, но право же я не танцую. Милый, ты простишь меня? Рада, что вы пришли к нам. Она никогда не танцует. Приношу извинения, я не знал, что... Ну что ты, это я приношу извинения. Я тебя оставлю. Меня ждет скучный, но важный разговор.